Чувак, привет! У тебя ноги прыгучие, сильные? Боже, дружочек, у меня тут случай эпического провала. В прямом смысле этого слова. Я эти выращиваю, травы. Ну, ты понимаешь. Не спрашивай, какие. Те самые, да, те самые. Я притащила сюда свой полевой комплект и... Он упал. Свалился, блин, прямо в эту странную дыру. А там типа результат всей моей работы за год. Что за набор? Ну, за последние полгода он спас меня от 8 недостаточностей и 4 инфекций. Я, конечно, могу вырастить все заново, но если по чесноку... Ну, реально, дружочек, это аптечка, я без нее сдохну. До следующего урожая точно не дотяну. Да что там, до следующего месяца. Сейчас люди мрут от любой заразы. Достанем аптечку, и мы протянем еще какое-то время, чтоб с чистой душой сдохнуть в бою, а не от того, что наступил на гвоздь. Позови, если понадобится снайпер.